Еще один асбестовец получил подарок от Деда Мороза по акции «Елка желаний». Им оказался 12-летний Саша Чередник. Подарок – балансировочную доску «Бильгоу» ему вручил вице-губернатор Олег Чемизов. Доска «Бильгоу» пользуется необыкновенной популярностью у психологов, педагогов и дефектологов. Нейрокоррекционная реабилитация, частью которой служит доска «Бильгоу», обязательно включает в себя программу стимуляции мозжечка. С помощью полноценной программы можно улучшить концентрацию внимания ребенка, восприятие речи, развить навыки чтения, счета и активизировать память. Балансировочная доска с характерной разметкой поможет провести занятия с ребенком в игровой форме вместо скучных занятий на оценку. Именно о таком подарке мечтали родители Саши. Мы написали на «Елку желаний» в ноябре. Нашу заявку обработали, приняли к рассмотрению. Мы попросили доску, нейрокоррекционная доска. На ней занимаются нейрокоррекции для ребенка. Это будет стимулировать развитие речи, логопедические какие-то навыки, мышление, межполушарные связи развивать. Как бы она нам очень нужна. Чувствовать свое тело ребенок лучше будет. Вот. И упражнения постоянно на ней увеличиваются. И у нас есть наушники, у нас кохлеарная имплантация сделана. Речь мы понимаем, но сами себя не контролируем, и речи самой как таковой нету. И это будет дополнением к нашим занятиям. Мечты исполняются, желания тоже, так что заказывайте, верьте. Порядка 40 детей асбеста, загадавших свои желания, получили подарки по акции «Елка желаний». Напомним, что акция «Елка желаний» продлится до конца февраля. Присоединяйтесь и дарите детям радость и веру в то, что мечты сбываются. Юрий Чиликин, Максим Фетисов, Новости АТВ.